В общем, запись идет. Так. Немного я шатаю. Так сделаю. В общем, что, вот это ком, часть кома, коробка отбора мощности. Тут вал идет, вал отбора мощности. Ком, вом, ну как называют. В общем, это сделано совместно с Андреем Катковым на драйве 2. Трайкер, кто знает, ГАЗ-69 у него, желтый газик. Вот благодаря Андрею, за что ему отдельное спасибо. Вот, можно сказать, помог мне исполнить мою мечту. Сделать ком на Пекина. Он делал на ГАЗ-69 не только себе, но и своим коллегам в клубе. Все на газике. Вот. И у меня, как естественно, Пекин. Тоже хочу механическую лебедочку. Вот, это вторая часть. Вилка, шток. Единственное, у меня отличается от трекера вот этой частью выпирающий, там идет шток, он у меня длинный, я не стал его отпиливать, как бы он мне особо не мешает. Вот, ну тут отверстие технологическое для крепления вилки на штоке, болтик на 10, ключом на 10 откручивается. Так, здесь идет шарик с пружинкой, чтобы вилка переключалась. Вот. Ну, что тут? Тут тоже выпирающая часть. Тоже не как у Андрея. У него просто такая бочка, как бы можно сказать, без всяких выступающих частей. Да. Ну, мне особо это здесь не мешает. Здесь будет заглушечка. Вот. Сейчас все у меня практически уже готово. Все высверлено. Все делал, так сказать, на глаз, ну, конечно, штанги циркулем размечал, все ровненько попал. Вот. Вот так вот будет примерно выглядеть эта часть. Так, где-то вот так вот. Ну, тут подобью углы. Единственное, что мне сейчас пока немного мешает сварить, это вот эта часть. Кузов я буду поднимать, так что потом не будет мне мешать вот здесь упираться. Вот, это делается вот так вот, будет так, выключается, так включается, вот так вот. Вот такое движение. Вот здесь все заварится металлом, листом. Ну, естественно, все заварится и отсюда, и здесь, с боков. Вот. Все почти готово осталось. Вот сегодня забрал такие штучки. Ну, это заглушечка сюда будет. И для пружинки. Все уже сделал. Все заварится и все. Тип-топ. Так, что еще? Вот сюда ставится или как его называют. Вот. Здесь у меня кузов подымется, и ну, здесь у меня углубление в кузове, так что это все вырежется, будет под кузовом идти к лебедке через кардан. Вот. Так, что еще? Значит, вал, вал потом я отдельно покажу. Сейчас нужно снять. Так. Пока на одном болте держится. Вот, я думаю, ком можно сделать, даже если на УАЗ. У Андрея спрашивали, по-моему, на УАЗ. Но, ну, это если кому-то нужно, можно заморочиться. Я думаю, несложно найти раздатку, да, ему поэкспериментировать, выточить.
Я думаю, легко и просто. Вот сейчас я разберу. Можно, как говорится, хоть на что сделать. Так, вот, снимается. Вот здесь остается. Здесь уже стоит с подшипником, со стопорным кольцом. Вот такая часть. Это вырезал. Так. Здесь единственное, у меня одно отверстие будет закручиваться снутри. Здесь резьбу нарежу. Вот. Потому что эта часть будет закрыта. Так, вал. Вал достаем. Другая конструкция, не как на ГАЗ-69, чуть-чуть зеркальная, можно сказать. Так, вот я поставил шайбу, такую самодельную, вот вал. Так. Тут бронзовая втулочка. В общем, вот такая система. Мой родной вал, вот он был до этого подшипника. Вот эту часть мне, можно сказать, как сделали, да, все единым валом. Не как там есть, которые умельцы приваривают что-то там. Все это отваливается. Ну, возможно, что держится, но ненадолго. Вот, а здесь сделали цельный вал. Закалили, зацементовали. Вот так вот. В общем, такая система. Что еще? Все, сейчас будут работы по, ну что, так, сварочной работы. Оставшиеся. Сейчас покажу вам ветку. Вот сама ребятка. Не знаю, от какой машины, давно уже приобрел, уже полтора, наверное, года назад, уже два. Не знаю, Крузак или что там, Nissan или что-то было. Такая лебедочка, даже еще не скрывал, не смотрел, но крутится, вертится. Вот так, можно сказать, в отличном состоянии. Даже, можно сказать, мало пользовались ей. Вот, сам пекинчик у меня. Кто давно не видел. Вот стоит, пылится уже больше года. Рыжики уже пошли. Здесь все солью посыпают дороги. Так что вот после солей такие. Вот такой бардак здесь. И, как говорят, рабочий беспорядок. Все, сейчас будем воплощать. Вот раздаточка. Открытая. Здесь вот так вот все. Сейчас покажу. В общем, всем привет. Работаем как можем.